Привет, привет, друзья! Вы на канале «Принцесса Милана», да, Милан? Да! И у Миланы сегодня перышко. Да, волшебное перышко, которым она всех щекочет. А у нас сегодня супер... шарики какие-то непонятные. Bones off! Значит, задача наша поиграть в эти шарики сегодня. Это будет челлендж. Да. Давайте откроем, посмотрим. Привет! Привет! Хотите, можно я поскочу? Хотите? Подписчикам пощекотала? Да. А вот и монстр! Хэллоуин закончился! Итак, у нас здесь два цвета шариков, желтый и голубый, для двух команд. Вы будете одной командой, а я буду другой командой. Точнее, командир. Да, смотрите, у нас есть карточки. На этих карточках, смотри, Милана, нарисованы узоры, какие мы должны собрать из этих шариков. Замечу, что у каждой команды свой узор. Видите, голубенькая команда, свой узор. То есть папа сейчас у нас выберет свой узор, а мы с Миланой выберем свой узор. И мы будем друг другу мешать. Ну что, выбирай, папа, свое? Давай. Итак, друзья, классный узор, папа, на у них очень легкий узор попался. Так, папа, теперь я выбираю для тебя. Давай мы вот так поставим, чтобы мы не забыли. Вот, Милана, мы должны вот так вот три шарика подряд. Давайте мне тоже тут легкий. Я не буду смотреть. Я сначала думала, что ты будешь дать. Вот, держи. О-оу, а мне посложнее. Ту-ду-ду. Вот такой. А вам легче. Итак, друзья, команда желтых и команда голубых. Я начинаю, наверное, первый раз у меня сложно. Давайте так. Ну ладно, давай. У тебя на один ход будет ближе. Итак, я начинаю голубеньким шариком. У меня, напомню, узор вот такой. Буква Г. Вау. Милана, давай пульну я. Мы пуляем с тобой желтыми. Сначала я, потом Милана или потом ты? Потом я, потом опять Милана. Давай. О! Теперь я. Теперь папа сначала. Но! У тебя есть шанс? Да. Давай, Милана, тебе надо, смотри, или сюда кинуть, или вот сюда по-хорошему. Ну, попробуй хоть что-нибудь делать. Ту-ту-ту! Вылетает шарик. Теперь я. Оу! Так, теперь я. О! Вам осталось один вот сюда. Сюда, если ты забьешь, подожди, не сейчас сначала папа кинет, то мы выиграем. О! У папы да. Тоже есть шансы. Вот сюда. Ту-ту-ту. Маша опять не поднимай попал. Пап шарики. Так, я. Теперь мамина. О, мама, чуть-чуть. Теперь папа. Папа не пойми, что собирает. Нет, вот у меня, видишь, вот так. Если я сейчас сюда. Так, еще два мне надо вот сюда попасть. Нет, тебе можно сюда один попасть, один сюда, и тогда у тебя будет буковка Г. А, ну да, либо так. Давай, Милаша. Давай еще раз. Смотри, ты в нее не тянешь. В стол. В стол, и чтобы она сюда. Давай, Милаша. Вау! Куда? Класс! Папа. Не, а еще смотри, папа, ты можешь вот так просто две сделать. Как тогда я у тебя и вот говорю, так. Да, я так хочу. Ага. Ах! Мама! Ой! Папа! У нас такой простой рисунок, у нас никак не получается. Милаша, давай! Ну нет, так не получается, так не пойдет. Об надо, чтобы об стол сначала стукнулось. Давай еще. Оп! Ничего страшного, теперь папа. А у меня последний голубой, я уже все. Ну еще не все. Ну давайте, хоть можешь вы выиграть. Не получилось. Давай, Милаша, последний твой мяч. Нет, вот еще у нас есть. Давай, папа, кидай свой. О! Ну так. Не совсем, тебе надо еще сюда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Ах, мне будет сюда еще один. Или сюда у тебя, что здесь буква Г, что здесь. Так.
Итак, никак не получается. В этом раунде у нас ничья, никто не победил. Но это тяжело попасть туда. Слушайте, это да, это на самом деле не очень легко. Давайте снова. О, смотрите, я попал. Ничего.